Всем привет, дорогие мои. Сегодня у меня мужской маникюр. Показываю вам до. Очень вот прямо моя, так скажем, диагностика ногтевой пластины. Мы смотрим на качество ногтевой пластины, на цвет. Вот. И смотрим, конечно, кутикулы. Посмотрите, какие хорошие кутикулы. То есть, это как будем выполнять экспресс-маникюр. Если нужно подробно, я вам комментируйте под видео, я вам все покажу. Вот здесь маленькие вот такие две заусенцы. Видно? Вот это заусенец. Вот они. Здесь за счет того, что кутикулы прилипают к ногтю, да, и здесь они вот царапаются, цепляют и... Царапает. Да, я вам покажу. Ну, сейчас я вот, кстати, я вот без перчатки работаю. Это тоже скажу, потому что у меня хороший антисептик. Я, мне удобно так. Мы здесь хорошенько подпиливаем, не оставляем острые уголки. Ничего не... Пожалуйста, я вам показываю, как правильно постригли ногти без острых уголков и кутикулу здесь. Мы ухаживали, сделали пилочный маникюр. Кто слышал, кто знает пилочный маникюр, пожалуйста, напишите. Здесь дело в том, что близкие расположенные капилляры не трогаем ни в коем случае, не срезаем кутикулы. Они будут воспаляться. И я вам показываю, какой красивый маникюр у нас. Вот, это у нас левую руку. Вот пока вот наша заусенцы. Мы только, где были заусенцы, мы ее только вот брали и все. А здесь у нас вот такой красивый маникюр от Veganush. Это моя авторская система. Правильный подход. И, пожалуйста, спасибо за просмотр. Подпишитесь и напишите, что еще вы хотели посмотреть на моем канале или что вам интересно от мужского маникюра. Я вам напишу, все отвечу и как ухаживать за ногтями тоже рассказывать буду. Всем пока!